Американских аналитиков сейчас другой вопрос актуален. Бизнес-эксперты подсчитали, во сколько стране обойдется выход из Евросоюза. Как сообщает Guardian, если Великобритания покинет ЕС, то уже к 2020 году может потерять 5% ВВП, это около 145 миллиардов долларов. Кроме того, в стране возрастет уровень безработицы, будут сокращены 950 тысяч рабочих мест. И последствия такого решения королевство будет испытывать многие годы. Напомню, судьба членства королевства Великобритании в Евросоюзе будет определена на референдуме 23 июня.